В нашем сегодняшнем ролике мыши CM Storm, созданные специально для геймеров. Все модели обладают высокоточным сенсором с повышенным DPI, специальными кнопками с большим ресурсом работы и множеством других интересных вещей. CM Storm XRNet имеет оптический датчик 2000 DPI и 7 кнопок, 3 основных и 4 дополнительных. Но самое важное в этой модели – эргономичный дизайн, специально для правшей, и прорезиненное покрытие с боковых сторон. Долгие часы комфортной игры будут обеспечены, и в разгар боя мышь никуда не выскользнет. А японские переключатели AMRON надежно срабатывают и имеют ресурс 5 миллионов кликов, что хватит на долгие годы. Специальными кнопками можно менять чувствительность датчиков – 2000, 1000 или 500 DPI. Модель CM Storm Inferno для шутеров и MMORPG имеет чувствительность 4000 точек на дюйм, 4 профиля, 11 назначаемых кнопок. Главные достоинства этой мыши – лазерный сенсор, плетеный провод против закручивания, подсветка, внутренняя память, футуристический дизайн с улучшенной эргономикой. Здесь уже не 3, а целых 5 разных значений DPI можно выбирать специальными кнопками прямо в процессе игры. Отдельной кнопкой выбирается профиль, в который можно сохранить разные настройки для каждой игры. Эмблема эффектно подсвечена. Большое количество кнопок подойдут для тактических игр и MMORPG, там, где требуется часто отдавать сложные команды. Специальное фирменное ПО позволяет сохранять настройки в разные профили. Все 11 кнопок можно переназначить. Здесь же настраиваются значения DPI. На вкладке Storm Tactics можно создавать комбинированные команды. Для более сложных случаев можно создавать макросы и скрипты и хранить их в отдельной библиотеке. Все запомненные команды хранятся во внутренней флеш-памяти и будут работать при включении мыши в другой компьютер. Самая совершенная модель – это Sentinel Advance 2. Чувствительность 8200 точек на дюйм, 5 профилей, 8 кнопок, выбираемые цвета подсветки, внутренняя память и OLED-экранчик. Подсветка сверху и снизу мыши предлагает 7 разных цветов. Подсветка также поможет быстро понять, для какой игры выбран профиль. Экранчик на органических светодиодах находится сверху. Он отображает текущую чувствительность по горизонтали и вертикали и даже эмблему команды. Две небольшие кнопки позволяют листать настройки чувствительности внутри каждого пресета и выбирать оптимальное значение на лету. В нижней части мыши под крышкой находятся съемные грузики по 4,5 грамма. Они позволяют подстроить вес мыши под себя в широких пределах. Мышь имеет удобный хват, а вставки по всему периметру позволяют очень легко скользить по поверхности. Под большим пальцем две назначаемые кнопки. Данная модель мыши самая удобная и навороченная из всех трех. Двойной лазерный датчик дает запредельную точность перемещения, а грузики устраняют лишнее болтание при движении. Все настройки здесь также хранятся во внутренней памяти мыши 128 кБ и работают при включении в другой компьютер без установки драйверов. Чтобы переопределить функцию любой из кнопок или создать нестандартную макрокоманду, здесь также есть своя графическая оболочка. Тут же подстройка чувствительности операционной системы. На следующей вкладке можно выбрать цвета отдельно для верхних и нижних светодиодов и загружать свой логотип на OLED-экран. Далее идут комбинации из нескольких команд, макросы и скрипты для тактических игр. Как мы убедились, мыши для геймеров CM Storm способны предложить много интересных вещей, а значит заслуживают пристального внимания каждого уважающего себя игрока в шутеры, тактические и массовые многопользовательские онлайн-игры.